Более 100 тысяч алматинцев смогли трудоустроиться через Центр занятости населения в прошлом году. Больше 60 тысяч жителей получили социальную помощь. Об этом сообщили на заседании коллегии по вопросам социальной и трудовой сферы. Особое внимание было уделено гражданам с инвалидностью. Всего за прошлый год программами реабилитации были охвачены 90% жителей. В текущем году мы планируем закупать средства, инновационные средства реабилитации для лиц с инвалидностью, а также проводить работу новые механизмы по трудоустройству граждан. В целом, по итогам 2022 года занятость населения, уровень безработицы населения снизился до 5%. Это очень хороший показатель. В этом году мы также будем работать над тем, чтобы данный показатель держался на этом уровне, либо также снижался. В этом году мерами социальной поддержки планируется охватить 155 тысяч граждан. Также, по данным Минтруда, предусмотрена возможность микрокредитования безработных до 5 миллионов тенге по 2,5% в год. В целях улучшения инклюзивной среды для лиц с инвалидностью построят социальные, медико-научные и другие центры.